знаете, вы поставили передо мной, конечно, неразрешимую проблему. А в свое время Сухомлинский, который, вот, что бы о нем ни говорили, был все-таки педагог очень хороший, он сказал, что авторитет учителя бывает либо моральным, либо никаким. То есть учитель, если он не имеет в классе вот этой ауры морального восхищения, подражания, желания подражать, бессмысленно абсолютно его делать профессионалом, вообще бессмысленно загонять его на кафедру. А учителю прислушиваются тогда, когда он своим поведением, своим обликом вызывает моральное доверие. Это, понимаете, к вопросу о том, что требуется от учителя. Авторитет от него требуется. Этот авторитет можно добывать себе криком, можно топать ногами, можно ссылаться на мнение директора, а можно рассказывать так, что от тебя не оторвутся. То есть был один замечательный анекдот, дважды два — четыре, но в России с учетом отката — пять.